Короче, наконец-то приехали на ПАМ. Будем катать, у нас весна, прекрасная погода. Что скажешь? На удивление, в конце февраля температура плюс 10 почти. И просто в одной джерси и термушке уже разлетали. Просто зашибись, прогресс есть. Еще сейчас разлетаем от третьего лица, поэтому погнали. Лайк, подписка, но это уже стандарт. Ну, пацаны, первая проездочка в этом сезоне. Господи, да. О, вау! Вау! Какой кайф! А вот и Димыч заехал! Всё. Ну чё, как эмоции-то? Пока привыкаю к пампу, но я пошёл летать. Подожди, сорян! Ай, блин. Нельзя не отметить, что дико приятно катать после зимы. Вряд ли вы это видели, но это звездец. Мы сейчас некоторые трампики перелетаем по самое не могу. Некоторые даблы мы, ну, я лично не добираю или не так покачаю памп, но все равно то, что катались зимой, дало нам многое. Мы недолго вспоминаем, что нам делать. Короче, приятно, приятно. Пойдешь кататься? Обалденно приятно. Кататься пойду. И самое главное то, что зимние тренировки не прошли даром. Да, мы умирали тут. Мы чистили его 2,5 часа, но мы катались. И это как бы поднимало наш скилл. И сейчас вообще офигенно. Сейчас просто топчик. Давайте. Сейчас со мной поедете. Попробуем одну хрень сделать. Блин, это новый гэп для меня. Мы его прыгали зимой. Но зимой как бы от безысходности, что ли, мы его начали прыгать. С Димой я его не долетал нормально. Сейчас, может быть, получится. Сейчас попробую. Палдис. Так, сейчас. Девочка вроде не помешает. Блин! Факт, я запутался. Но длинный гэп взял. Знаешь, как у меня есть начал скорость набирать? Перед этим контролем. Я тоже. Поэтому. Не, ладно. Этот гэп пока пас. Идем на фанбокс. На фанбокс? Да. Фанбокс. Фанбокс. Только я предлагаю чуть воды попить. Сейчас я хочу вот этот контур проехать еще разок. Ладно, и давайте. Ой, ты ж четкий, пацан! Здесь пока ехал, скорости буквально не было. Еле вообще долетел. А сейчас с Толином пойдем на большой фанбокс. Будем смотреть, как его прыгать. Не, я-то знаю, как прыгать. Ну, такая для меня это первый раз. Короче, краткая. Да. Краткая история, как делать. Давай. Ты берешь, прыгаешь чуть-чуть медленнее, чем тебе надо. Первый вылет большой, ты его не долетаешь специально. Да. Потому что если ты его долетишь, то, во-первых, там резкая яма, что неудобно. Во-вторых, там сразу вылет большой, его сложно съесть. Поэтому ты убираешь скорость недолетом, зато прилетываешься. И потом сразу идешь первый и второй. Давай за тобой, я посмотрю скорость. Можно, только я не помню. Не, ладно, давай я еще последний раз посмотрю на вылет. Можешь глянуть, что я делаю. Давай. Немного отдохнуть надо. Вытащить. Фу, блин. Ребята, все для вас. После зимы вообще силы. Да, силы очень быстро едятся. Ну ничего страшного. Оно того стоит. Не, сейчас лето. Все, Толян там? Ну это чисто на примерочку. Если сейчас так же сделаешь, немножко не добираешь, тогда понимаешь, что делать надо и летишь. Давай попробуем. Я отсюда поснимаю.
Не надо снимать. Блин, ну что ж такое? Ладно, давай. Хорошо. Поедет Толян. В принципе, он должен не долететь, но это его первый раз на этом вылете. На этих двух вылетах. Поэтому не знаю, что ждать, но по факту Толян вполне размятый, налетанный. Короче, все будет хорошо. Так, Толян поехал. Хорошо идет. Понял? Вот именно. Две новости. Толян взял длинный гэп. Большой фанбокс, точнее. Воу, Толян! Что творишь? Что творишь? Я не могу его взять, но скоро прикатаюсь. Что-то я аж выехал. На GoPro 8% и мы дико уставшие. Тем не менее, теплее, чем я ожидал на самом деле. Это во-первых. Во-вторых, что еще самое главное. Типа, все трамплины, если раньше мы брали капец разгон, выпрыгивали, нас сносило как угодно. То... Раньше, чтобы взять какие-то гэпы, надо было разгоняться сильно. Камон, сейчас просто бам. Я сейчас на таком расслабоне делаю это. Вообще без скорости. Сгоняли в магаз, взяли себе немножко попить, поесть, чтобы как-то не умираться. К тому же отдохнули, пока ездили. Сейчас потом запишем начало видоса и непосредственно раскатаем дальше. И будет просто рубилово-мочилово от третьего лица сейчас. Потому что что? Вот, значит, Jersey Today We Ride, все по канонам. И раскатим по самое не хочу. Силы неминуемо покидают нас. Можете глянуть сейчас кадры для стори. В принципе, если что, ссылка на инсту в описании. Обязательно заходите, подписывайтесь. Там есть на что глянуть иногда. Да, это было прекрасно. Офигеть. Вау. Толян, хочешь посмотреть? Долетать можно? Можно. Я первый долетел. Я отлично вложился. И я даже немножко перелетел приземных сантиков 15. Идеальный, очень высокий эйр.